Глава 4. Ключ трех лун. Несколько мгновений спустя у поверженных эльфийских врат. Отходим к лесу. Ты прошел через эти врата, но следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Сильвергарда открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Ты зря теряешь время, женщина. Нельзя остановить неизбежное. Думаешь, я убегаю от тебя? Сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Проклятая девка! Мы должны перебраться через реку! Вечно мне строят козни. О, могильщики. Очень крутая штука. Мы отстоим тебя, рыцарь. Мы ждем твоего приказа. Так что по заданиям. Вторые эльфийские врата, ведущие в Сильверград, защищены магией развеять. Заклинание может лишь ключ трех лун, три части которого находятся где-то в эльфийских деревнях. Чего желает мой мальчик? Никто не смеет. Что ж, нам определенно приказать. Нужно найти место. Говори, глупец. Ласлава. Где-нибудь здесь? Где можно построиться? Наконец-то! Естественно, для этого. Вот так-то лучше. Лорд Артес, мы ничего не можем сделать с этими летучими тварями. Нужно что-то придумать, пока они нас всех не спалили. Не бойтесь, ими займутся могильщики. Во славу плети! Могильщики очень крутые, но я таки умудрился потерять одного. Ну, не могильщики. Мертвые ждут. Ладно. Жизнь замерзла, все дела. Давайте строить некрополь. Исполню с радостью. Говори, глупец. Фростморн! Никто не смеет мне приказывать. Построим некрополь и будем выдвигаться. Так, ну, с этой стороны, насколько я помню, на нас никто не может напасть. Склоняюсь перед вашей нападать волей. Будут в основном вот с той. Да свершится предначертанное. Поэтому говори, глупец. Ставим вот где-нибудь вот здесь наш лучше. Люди. Здесь потихоньку проклинается земля. Где прольется моя кровь? Сразу ставим. А, ну, да, 20 раз разбежался. Сразу ставить зиккурат. Я жажду служить. На еду. Слаем наших ребят добывать. Пусть они начнут. А там уже разберемся, я думаю. Посмотрим, можем ли мы атаковать сразу вот это здание. Не можем мы атаковать, походу, его сразу. А может и можем. Давайте сейчас попробуем пораздалбывать. Ага, мы можем сразу это сделать. Подгадим эльфам. Или они нам как повезет. Он может, благо, это делать на отдаленном расстоянии. Полегче. Ему не обязательно это видеть. Наконец-то! Я могу тем более подсветить. Во славу плети! Ага. Фростморн жаждет что, крови. Не ожидали такой подставы? Воля тени. Не, ну ты-то куда лезешь? Интересно. Пусть он их развлекает, чё. Ладно, база потихоньку ставится. Здесь у нас что-то есть, кстати говоря. И здесь тоже можно прорваться. Ага. Давайте посмотрим. Ну что еще? Постройка завершена. Пока у нас постройка там некрополь завершена. Строится. Завершена. Полегче.
Давайте вот сюда наконец-то его отведем. Рыцарь какой-то. Ладно, пусть пока строится. Так, ты быстренько возводи, пожалуйста, нам раз, два и даже, наверное, плюс-минус три. Но навряд ли он так близко его сможет поставить. Больше золота. Нет, смог. Отлично. Все. Иди добывай. Нужно построить зиккурат. Сейчас мы этим не займемся. Так, все, хватит. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Я жду. Никто не смеет мне приказывать. Не может бедняга, вот сожалению, не пойти. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Во славу плети. Все это дело. Фростморн жаждет крови. Что мы там получили? Свиток маны. В принципе, нам нафиг не нужен, но если что, я запомню. Постройка завершена. Требуется кладбище. Кладбище мы можем построить без наших друзей. Построим его здесь. Рядом с ним мы построим склеп, естественно. Да свершится предначертанное. И остальные с деньги закажем еще одного послушника, чтобы добывалось максимально денежки. Как только кладбище построится, мы сможем усилить наши зиккураты. Никто так, не смеет мне приказывать. Отлично. Больше ничего нету. Возвращаемся наконец-то сюда, потому что нам сейчас надо будет прикрывать наших юнитов. Повозки мы ставим. Повозки на троечку. Ну что еще? Повозки-то повозки. Полегче. И из вот этой замечательной армии мы забираем наших трупиков. Никто не смеет Всё. Мне приказывать. Теперь они больше не с нами. Теперь они добывают дерево. На кладбище тут же делаем улучшение. В склепе призываем новых юнитов. Постройка завершена. Вот, нам нужно кладбище, чтобы мы могли призывать могильщиков. Много могильщиков, это очень круто. Они очень сильные. Поэтому вначале мы просто развиваемся с вами. Постройка завершена. Так как мы за счет могильщиков в основном сейчас будем выруливать, строим сначала улучшение на могильщиков, потом на ближнебойных юнитов. Ну, в основном у нас дальнобойные будут. Плюс-минус. Тут же делаем улучшение наших замечательных зиккуратов. Дабы. Нужно дабы все было круто, золота. Ладно. В принципе, вчетвером, я думаю, они плюс-минус нормально добывают, особенно учитывая, что у нас нет никаких проблем с юнитами. С деревом оно довольно близко находится. Постройка завершена. Нужно больше золота. Думаю, еще двоих как раз вот этих сделать, и можно будет исследование дальше. Завершено. Изучать. Никто не смеет мне приказывать. Потому что, повторюсь, они очень сильные. У них довольно много атаки. То есть, если сравнивать у этого 28-38, у этого 12-14. Говори, глупец. Все-таки разница есть, конечно. Фростморн жаждет крови. Ага, на меня с этой стороны все-таки нападают. Видимо, они наконец-то как-то пересаживаются. Во славу плети. Мы с этим разберемся, ничего страшного. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Пробудился. Во славу плети. А лучники, я скажу, у них довольно жесткие, наконец-то. Ребят. Наконец-то. Все, ладно, значит, здесь мы тоже строим пару зиккуратов. Я жажду служить. Это не проблема. Нельзя сотворить. Ваша воля исполнится. Да,
повелитель. Исследование завершено. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Заодно это позволит нам... Где прольется моя кровь? Использовать больше юнитов. Почему нет? Так. Журнал сообщений нет, нам это точно не надо. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Ну, сейчас мы построим. Подождите. За Артасом мы закрепляемся. Говори, глупец. Во славу плети. Нам хотя бы 3, наверное, надо. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Ну что еще? Угу. Второй еще быстренько приготовить. Постройка завершена. И потом мы будем уже... Постройка завершена. Постройка завершена. Все, вот ладно, пойдем смотреть, завершена. Что Фрост у нас тут с первым. Исследование Фростморн завершено. Артас жаждет крови. Наконец-то! Ничего не боюсь. Никто не смеет так. Мне приказывать. Разведка за 50 голды, в принципе. Почему нет? Посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Какие войска обороняют, что мне для этого? Плюс-минус будет нужно. Какой-то портал интересный. Подрывная бригада мне плюс-минус точно не особо сейчас нужна. Так, вот это, видимо, самая жесткая будет база. Да, по всей видимости. Здесь у нас что? Что-то интересное. Здесь тоже портал есть какой-то. Ладно, окей. Исследование завершено. Здесь тоже юниты есть. Здесь... Окей. Нужно больше я золота. Я же понимаю, что я сейчас очень много золота трачу на просвет, но... Я хочу видеть... Так, ага, вот сюда нам в итоге потом понадобится. Ты хорошо. Меня пугаешь? Mm. Ваш ход. Загружаем всех наших юнитов. Включая Артеса. Замечательно. А, тебя, видимо, тоже. Чего? Быстренько улучшаем. Так, башня зиккурат, башня. Так, нам нужно вот эти два зиккурата еще прокачать. А это 120 голды и 40 дерева. Как минимум один мы, наверное, я думаю, прокачаем. Но со вторым могут возникнуть небольшие проблемы. Нужно больше золота. Постройка завершена. Угу. Ты меня пугаешь? Хорошо, я услышал, увидел. Нужно больше постройка золота. Завершена. Ладно, давайте с вами... Возьмем два дирижабля. Выгрузим всех юнитов вот здесь. Дирижабли терять ни в коем случае нельзя. Говори, выбираем. Ну что еще? Во славу плети. На однерочку. Труповозки выносим. По возможности вот это здание. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Приступай. Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Твоя душа принадлежит мне. Фростморн жаждет крови. Скорость атаки, восстановление и все прочее увеличиваем. Все, отлично. Наконец-то. Сначала юнитов, потом все остальное.
Мага меня еще потеряли. Ну, как я уже говорил, мне не особо нужны маги. Я не люблю через них играть. Они, конечно, очень много могут дать новой армии. То есть они дают именно очень много юнитов за раз. Но я как-то привык играть через магичка. Полегче. Фростморн. Так. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Артс бьет больно, но у него хватает щитов и защиты, чтобы успевать плюс-минус отхиливаться. Наконец-то. Ну что еще? Ты узнаешь, что такое война с напали. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн! Фростморн жаждет крови. Так, давайте, короче, этих птичек убьем. Мне что-то достали, если честно. Ну что еще? А тут что-то как-то... Я так себе. Чего-чего-чего? Вызвали меня. Говори, глупец. Отхиливаем. Не даем нашим паучкам умирать. Он сам себя хилить, может, не знал. Высаживаем. Никто не смеет мне приказывать. Я жду. За короля мертвых. А, отлично. Наконец-то. Во славу плечи. Конечно же, уничтожаем. Твоя душа принадлежит хренотень. Аккуратнее, здесь есть башня. Башню мы, естественно, уничтожим по-другому. Так, главное нам не терять приступаем наших замечательных друзей. Выгрузим сюда. Говори, глупец. Ты узнаешь. Она неактивна. Все, вообще норм. Так, лунный кристалл. Наконец-то наступают. Этот Отлично. Лунный кристалл — часть ключа трех лун. Ты должен найти еще два таких кристалла, чтобы открыть эльфийские врата. Вступают. Ты меня пугаешь? На нас напали. Жестко они, кстати, под ним. Пехотинец высших эльфов. Не, ну его, конечно, все равно удамажит, но... Конечно, жесть. Так, ладно. В принципе, нам нужно улучшать нашу основную базу. У нас много всего. Мы можем построить еще... Склоняюсь перед вашей думаю, волей. Алтарь тьмы. Да свершится предначертанное. Вот так. И, наверное, вот так. Исполнится. Еще. А вместе с ним построить еще, наверное, еще одно кладбище, которое будет уже вот здесь. Свершится предначертанное. Можно было сразу отсюда забирать войска. Исполню построить еще радостью. Один склеп, из которого мы будем делать юнитов. Нужно больше золота. Ну, естественно, нам нужно Чего больше золота. Чего желает мой повелитель? Только как бы и так логично. Так, ладно. Высаживаем последнюю сюда. Чего? И потом возвращаемся обратно. Ну что еще? Так. Наконец-то. У нас. Фростморн жаждет крови. Так очень плохо. Ладно. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет Слабенько крови. Мы их атакуем. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. За постройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Так, постройка завершена. Отлично. Бам, сразу X3. Все три башни духов будет. Здесь почти завершилась постройка. Отлично. Если что, в алтаре тьмы мы сможем возродиться. Ну что еще? Идем дальше. Жаждет крови. Вот эти башни, они наконец-то. Поэтому атакуем как-нибудь сбоку, плюс-минус. Постройка завершена. Чтобы разобраться с основной гадостью. И попутно
Вызываем кого-нибудь, чтобы он атаковал здесь. Говори, глупец. Во славу плети. Подходим. Полегче. Фростморн жаждет завершена. Крови. Постройка завершена. Прикрытием вот здесь вот оставляем наших ребят. Ну что еще? Нам нужно больше труповозок. Постройка завершена. Нужно больше золота. С золотом у нас, конечно, проблема. Но ничего страшного. Ох, им сейчас достанется. Бедные птички. Так, все постройки завершены, да? Все, шикос. Можно даже... Где у нас там? Вторая? Здесь вот запустить. И я еще где хотел моя кровь? Запутикать храм проклятых и бойню. Мне нужна нужно бойня в первую очередь, золота. Потом храм проклятых. Нужно больше золота. Хотя храм на самом деле не особо нужен, повелитель. Если честно. Так, один из вас на самом деле заберет. Я жажду служить. Вот этого малыша. Пущай он. Исследование завершено. Уничтожает все башни. Все, он забрал его, да? Отлично. Здесь его высадят. Я думаю, нормуль будет. Здесь он пролетит, ни на что не наборится. Ну, вроде не напрался. Хорошо. Жирежабли, если что, я куплю. Склоняюсь перед нужно вашей больше золота. 350, да, чуть-чуть подождать придется, блин, долго. Потом еще 3 сотки копить. Исследование завершено. Ну ладно. А, стопы, они же могут, по-моему, просто ваша добывать. Ваша воля исполнится. Им не обязательно строить зиккурат. Ой, не зиккурат, а это некрополь. Они же, по-моему, могут без него добывать все это дело. Постройка завершена. Так. Где прольется давайте моя кровь? Мы с вами посилим вот эти строения. И плюс еще один. Здесь, наверное, поставим. А потом уже... Ваша воля обратно. Исполнится. Нужно больше золота. Единственное, что им понадобится... Дела не ждут. Больше юнитов. Все, да. Последняя башня осталась. Полегче. Куда мы в портале переместимся, говори, интересно? Глупец. И не надейся на быструю смерть. Во славу плети. На нас напали. Вот так-то лучше. Конечно же, на нас тут же нападают. Первоочередно стараемся уничтожать башню. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. После этого всяких сраных птичек. Во славу плети. Ну, учитывая, что у нас только пауки в основном. Вот так-то лучше. Во славу плети. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Блин, сколько же у них хп, конечно, что приходится так... Ну что еще? Пилить их долго. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Ну, хоть бы основному своему помогли. Персу. Все янты захватывать. Говори, глупец. Ты узнаешь, все, ждем, пока не придет к нам. Твоя душа принадлежит мне. Подкрепление. Подкрепление к нам сейчас придет. Так, отсюда мы переносим
Еще четверых? Ты меня давайте пугаешь? Сюда вот не встанем. Постройка завершена. Крепление к нам пришло. Может атаковать. Дела не ждут. Дела не ждут. Никто не смеет мне приказывать. Это да. Блин, надо хотя бы еще одну. Дела не ждут. Чего? Живые наступают. Дела не ждут. Чего? Живые люлей получают. Они наступают. Так, все, еще последний, да? Чего? Они ждут. Отлично. Высаживаем всех. Прям сюда. Отсюда уже. Я жажду. Если что, пойдем. Ладно, зиккурата, я думаю, я здесь не буду пока ставить. Особого смысла нет. Разрушаем опять же башни. Порталы, они неуязвимы. Если портал меня будет кидать в портал, в какой конкретно каждый раз я буду попадать, я хрен его знает. Здесь их высадили. Чего желается, моя радость? Так. Ты меня пугаешь? Отлично. Довозим вот сюда. Ну что еще? Наконец-то! Здесь должны быть юниты. Меня покоцают вот немножко. Так-то лучше. Ничего страшного. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Но зато потом никто трогать не будет. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Так. Теперь вы втроем атакуете. Раз, два, три, четыре. Говори, глупец. Думаю, справитесь. Во славу плети. Легче. Мы же пробуем переместиться вот сюда. Наконец-то. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Наши золотые рыбы. Никто не смеет мне приказывать. У нас, конечно, блин, не очень хорошо переместили. Наконец-то. Во славу плети. Ну, что поделать. Убегай! Ну что еще? Только не ты. Ты был лучшим из нас. Вот так-то лучше. Наконец-то! Что жестко ребята нападают. Ну ладно. Здесь, в принципе, все люли нормуль. Они попытались высадиться, что ли, или что? Во славу плети! Так, ну здесь башня, здесь надо очень аккуратно. Чисто выносить всяких лучников. Наконец-то! Давайте вот, вот отсюда. Так-то лучше. Будем вот так периодически просто типа отбиваться. Надеюсь, у меня это получится. Фростморн жаждет крови. Так, здесь вы все уничтожили, да? Отлично. Видимо, они через портал туда-сюда проходят и... Чего? Таким образом усаживаются. Ладно, с этим разберемся, я думаю. Здесь клепаем. На нас напали. Так. И сразу садим сюда и сюда. Полегче. Во славу плети. За короля мертвых. Фростморн жаждет крови.
Вот так-то лучше. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Опа-па-па-па-па-па. Ты не смей моего этого бить. Ну что еще? Говори, глупец. Стоим. Особо не двигаемся. Отбиваемся. Золотой рудник обрушился. Никто не смеет мне приказывать. Вот так можно сделать? Вот так-то лучше. Во славу плети. Вот так вот. Давайте. Говори, глупец. Так, одну фоповозку все-таки не уничтожили, да? Хреново. Так, спящий пробудился. Сколько у нас здесь спящих? Где они вообще? На нас напали. Чего? Давайте проведем спящих вот сюда. Полегче. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Твоя душа принадлежит мне. Так. Во славу плети. Эльфийский дирижабль. Ага, вот они. Ну их что еще? На нем и доставляли. Наконец-то. Полегче. Так, дирижабль у меня здесь прилетел. Ну что еще? Уважаем кучу народу. Принадлежит мне. И не надейся на быструю смерть. Разбиваем здесь все и вся по-бырому. Во славу плети. Ну, насколько это возможно. Так. Я жду. Вы звали меня. Призвали меня. Никто не смеет мне приказывать. Вы звали меня. Полегче. Приступаем. Фростморн жаждет крови. Отлично, что мне здесь дали? Еще я один лунный кристалл? Я не могу взять это. Я не могу взять это. Наконец-то. Вот так-то лучше. Во славу плеть. Второй кристалл наш. Глупец. Я жду. Так, ну и последний, соответственно, остался. В него мы можем попасть полегче. Через последние врата. Вот эти получается. Красные это сюда. Вот это сюда. Говори, глупец. Отлично. Вот так-то лучше. Живые наступают. Да. Живые умирают, я бы сказал, скорее всего. В принципе, что я и хотел. Что и получается. Ну смотрите, как они быстро выносят Сильвану. Леди Ветров. Очень быстро она умирает. Да, я скорее всего потеряю одну башню, возможно даже две, но зато я спокойно отобьюсь без каких бы то ни было. Ну что еще? Проблем. Говори, глупец. На нас напали. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Во славу плети. Приступаем.
Это они здесь, отлично. Я не думаю, что они нам на самом деле понадобятся уже. Ну что еще? По большому счету мы все здесь захватываем. Что по заданию? Ну, там по заданию в итоге пройти. Дальше, по-моему, надо. Говори, глупец. Приступаем. Ну что еще? На нас напали. Вот так-то лучше. Вызвали. Полегче. Меня. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Вызвали меня. Так, давайте разобьем здесь еще ваш пару башен, которые могут мне помешать. Полегче. Вызвали. Говори, глупец. Ну, вроде бы все плюс-минус отхиленные. Ну что еще? Приступаем. Говори, глупец. Забыл. Никто не смеет мне приказывать. Сам своих юнитов запер, но ничего страшного. Полегче. Я заставлю тебя страдать. Так, этими юнитами уничтожим вот эту фигню. Вот эту фигню. И ты вот эту уничтожил. Потом вот эту. В принципе, нормуль. Говори, глупец. Никто не смеет. Говорится, это не обязательно, конечно, но почему бы нет? Мы можем. Ну что еще? Мы не это делаем. Никто не смеет мне приказывать. Уничтожим еще раз Силана. Уже в какой раз? Я даже не знаю. Полегче. Наконец-то. Ну что еще? Уничтожим основное строение. Говори, глупец. Из которого получим еще раз. Фростморн жаждет. Что-то полезное. Вот, ключ трех лун. Наконец-то. Третий кристалл. Нам удалось собрать ключ трех лун. Отлично. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Приступаем. Основное задание выполнено. Теперь, когда ключ трех лун собран, вы должны отправиться к эльфийским вратам, воспользоваться его силой. Все просто. Чтобы попасть сюда, нам нужно, даже не помню, что сделать, но типа. Говори, глупец. Ладно, мы соберемся. Фростморн жаждет крови. Ты меня пугаешь? Так, где второй дирижабль? Второй дирижабль. Второй дирижабль, думаю, заберет еще вот этих ребят. Где, к сожалению, все истощено. Моя кровь. Дерева у нас поблизости вообще нет. Ну, 5000 дерева мне, в принципе, хватит, я думаю. Чего? Полный вперед! Так, давайте сюда. Я думаю, тот дирижабль, который будет... пустой, он будет здесь. Сюда мы возьмем... наверное, вас. Двоих. Постараемся их высадить вот сюда. Высадим все дело тоже сюда же. Нам нужно сейчас просто атаковать вот эту фигню, эту башню. Ты меня пугаешь? С этой башни уже мы начнем захват. То есть мы переместимся сюда и захватим всех остальных. Попутно мы забираем. Ну что еще? Еще часть воли? Полегче. Всех мы навряд ли заберем, кстати говоря. Ты меня пугаешь? Ну что, мы брат летит так, я не понимаю, но ладно. Понял. Типа он может лететь по прямой. Ты меня пугаешь? Никто не смеет мне приказывать. Па-па-па-па-пам. Время пришло. Отлично, время пришло. Мы их выгружаем сюда. Ага, это как раз вот этот полный. Этим пустым мы забираем оставшихся юнитов.
тоже их выгружаем. Ты меня пугаешь? Этих забираем, тех, кто остался. Полегче. Вызываю. Ну что еще? Во имя Неруба. Говори, глупец. Ты меня пугаешь? Ну что еще? Вызвали меня. Говори, глупец. Наконец-то! Ворота открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, эльфийские земли будут нашими. Будьте вы прокляты, твари! Что же нужно, чтобы остановить вас? Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Ну что ж, дорогие друзья, победа, все круто. Ладно, свидимся в следующей серии, а пока вроде бы все. Я умудрился даже, блин, не потерять ни одного воина, серьезно? Нет, я что-то как-то не верю в это, ну ладно. Всем спасибо в любом случае, всем пока и удачи!